Заходи ко мне в особняк, я тебе красный шарик подарю. Я не люблю ни клоунов, ни шариков. Алло. Привет, Лера, это котенок Лайк. О, привет. Закрыл меня и хочет сделать шаурму. Спаси меня. Лера, не вздумай брать красный шарик. Когда я его взял, то появился клоун Пеннивайз и закрыл меня. Я в какой-то страшной комнате, здесь только один портрет Пеннивайза, и написано, ты тоже будешь плавать. Если хочешь увидеть еще своих друзей, заходи в мой дом, я тебе покажу самый главный фокус. Блин, что же делать, но я же не брошу своих друзей, придется идти. Правильно, заходи, я тебе сейчас такой фокус покажу. Мяу, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того будет самое крутое лето. Считаю, 3, 2, 1, мур, люблю тебя. О господи, Банни, почему ты сюда вообще пришел? Теперь мне придется тебе туда идти и искать этот стрёмный дом Пеннивайза. Хотя я вообще не хочу. Посмотрите, тут уже желтые ленточки. Тут явно же произошло какое-то массовое убийство или психоз. Ладно, тут какой-то красный шарик. Но мне Балди сказал не идти за ним. Лера, мне я придется... за ним пошел, и тебе придется, если ты, конечно, хочешь меня спасти. Да, Балди, мне... Он куда-то испарился. Балди. Балди, это нормально? У меня шарик... куда-то испарился. Лера, заходи, я тоже вошел в этот дом, я так как очень люблю фокусы. Меня заманили, я повелся, но меня обманули и закрыли в комнате. Хорошо, Балди, я иду, захожу в этот стрёмный дом. О, господи, он закрыл дверь, Балди, я не смогу больше выйти. Что мне делать? Спаси меня, Лера. Он пришел, он тут. Куда мне надо идти? За шариком? Может быть, не надо идти за шариком? Эй, Пеннивайз, выпусти меня, пожалуйста, я очень хочу выйти. Алло, тут есть кто-нибудь? Никого нет. О, господи. Ладно, пойдем, походу, в веселый дом. Ну, давайте, веселый дом пойдем. Надеюсь, там будет очень весело. О, господи, что тут происходит? А что там происходит? Почему тут все такое, как будто я не знаю, я к Зольфиусу какому-то попала. Господи, где я вообще? Ладно, попрыгаем тут чуть-чуть. Это же, наверное, веселый лабиринт. Лера, я могу видеть, как ты играешь, но помочь тебе не могу. Очень веселые, блин, лабиринты. Ладно, сейчас у нас тут... О, господи, кто это такие? Там головы. Да, Балди, я ничего не вижу, почему тут так? Тут так темно, я ничего не вижу. Балди... Мои глаза ослепли. Балди, Балди, ты где? Балди, ты справа или слева? Я не знаю, Лера, обнаружь меня как. О, господи, кто это такие? Что это за головы? Это какие-то у меня тут... Блин, головы шатаются. Это клоуны. Наверное, когда-то же здесь жили. Балди, у меня тут не все нормально, пожалуйста, помоги. У меня тут произошел массовый психоз. Ты, главное, на пол не смотри, а то глазки повыпадают. Ага, у меня уже повыпадали, да, спасибо, я знаю. Балди, Балди, ты там все с тобой нормально? Я в комнате в страшной, с Пеннивайзом, и он меня не хочет выпускать. Говорит, Лера должна прийти, но он может тебя взять в плен тоже, ты должна пропрыгать все, полностью обе. Ага, только на тебя смотрит картина, если что, Балди, ладно. Но мы тут... Захвати покушать, тут у него ничего нету. У меня тут тоже. У него тут есть только лава. Хочешь лаву? Лаву? Нет, не хочу. Вот именно. Ладно, у меня тут лава, только почему-то лава на стенах, они не плавятся. Балди, мне доходишь странно? Я нахожу пока только тараканов на полу. О, господи, что это? Это что, яд? Яд? Я думала, это кто-то тут в библиотеке не добежал до туалета. Балди! Не-а, это, мне кажется, яд какой-то. Желтый? Это, господи. Это лимонад Пеннивайза. Нет, Балди, это, мне кажется, какой-то отрава. И поэтому, потому что если наступишь в лимонад, не помрешь. А тут, если наступишь в лимонад, помрешь. Лера, ты смотрела кино про клоуна Оно? Нет, но концовочка там была не особо. Поэтому нам нужно быстрее отсюда выбираться, Балди. Я пришла в тупик. Хеллоу? Тут кто-нибудь есть? Лера, тебе нужно пользоваться правилами прохода лабиринта. Ты что, забыла? Балди, я попользовалась. Я пошла. У нас в школе, в библиотеке такие же лабиринты. Если ты хоть раз в библиотеке была, я нашла. Опасность. Что? Какая нафиг опасность? Горячая? Чего? Кто там горячая? Я не знаю, там кто-то горячий. Спрей? Чего?
Какая нафиг опасность? О, тут шарики. А какой спрей? А где опасность? Там шарики. Балди, я тебе шариков захвачу, чтоб тебе было не скучно. Не надо мне твоих шариков, захвати мне покушать. А, так вот какой нафиг спрей. Так это не спрей. А что это? Это уже, блин, канализация. Это канализация вырывает. Вера, тебе сказали горячая. Горячая, да, но это спрей канализации. Ладно. Лера чуть-чуть померла, но мы продолжаем. Нет, мы не хотим купить. Не надо нам покупать. Ладно. Они ломаются, поэтому надо быть очень быстрыми, потому что они ломаются прямо под моими ногами. Так. О, Господи. Мальчик. Тебе никогда не спасти своих друзей, и сама ты здесь останешься. И я захожу в дверь, он исчезает. Я захожу в дверь, он появляется, потом я выхожу, он исчезает. Магия. Hello, клоун, ты тут? Вера, будь осторожна, тут какие-то летают машины, я не знаю, что это такое. Мне кажется, он ушел в отставку. Куда ушел? В отставку. Потому что его нет. Это ты сама придумала? Ага, только что родилось. Найдите ключ. Где? В косточке? Ну да, конечно. Балди, ключ не видел. А что ты? Не, Лер, у меня в комнате кроме картины ничего нету. А ну-ка, стой. Я там что-то увидела. Ладно, сейчас пойдем. Почему у него летающие диваны? Балди, это ненормально. Так тут еще летающие телевизоры. И тут, блин, все летающее. А когда мы начинали эту игру, еще ничего не летало. Может быть, это виноват этот странный лимонад из библиотеки? Балди, сколько раз говорить? Это не лимонад, поверь мне. Если бы это был лимонад, я бы знала. Лера, ты что, опять померла? Ага. Лера, а ты долго еще, скажи, будешь? Мне да я, блин, надоело. Пытаюсь, Балди, как видишь. У меня все идет через одно место. Но я пытаюсь, я стараюсь, я верю в себя. И я смогу пройти, может быть, это обе с 50-го раза. Балди, ты там подождешь, пока я тут 50 раз Лера, я тебя буду ждать, сколько тебе надо. Ага, надеюсь. Ладно, пойдем. А ключ, а то заходим в дверь. А где Пеннивайз, кстати? Мне кажется, он забагался. Он же был в другой двери, или он исчез? Нет, он исчез. Он исчез и растворился куда-то. Просто растворился. Ладно. А что там была еще одна лестница? Ладно. Мне показалось, там была еще одна лестница. Балди, я бегу. О, Господи, почему так долго бежать? Почему лестницы такие? А ты уверена вообще, что ты правильно сторону бежишь? Да, все. А, Господи, все, я добежала. О, Господи, так вот огненной спрей. То был не спрей, то был просто спрей, а это огневой спрей. То был, короче, какой-то маленький чайничек, а тут прям драконы. Ага. Там был спрей, а тут огневой спрей. Они случайно перепутали. Балди. Вера, я тебя очень жду. Мне тут тоскливо и грустно. Он смотрит мне в спину. Балди, это картина. Она же не будет на тебя прям... Я думала, Балди, что она это... будет на тебя смотреть, ну как бы... Я думала, это окно. О, Господи, Балди. Ничего, бывает. Пойдешь, потом я тебя найду, освобожу и пойдешь учиться в школу. Учиться в школу? Ага. Я работаю в школе, мне не надо там учиться. Да, пойдешь работать в школе, только теперь пойдешь не на математику. А на что? Пойдешь на все знания. Хорошо, я согласен. Да, вот. А я тебя лично туда запишу. Угу. Ну, там, конечно же, будет математика. Конечно, да. Прям самое высшее. Сам же такой же портрет, да, у меня в комнате, Лера. Балди, мне кажется, я близка с тобой. Я тебя найду. Что происходит? О, Господи, меня что, только что сфоткали? Ну что, ты хотела спасти своих друзей, но сама попала в ловушку. Еще никто не убегал из моего дома. Получил тебя? Не, спасибо. Короче, он меня ослепил своей вспышкой. Лера, ты будь аккуратнее, меньше меня. Да посмотри, меня давай. Вспышкой ослепили, он фотографирует. Чем он тебя фотографирует? Я не знаю, руками. Просто Лера, буду. Играй, пожалуйста, внимательнее. Я пытаюсь. Давай, Балди, верь в меня, а я буду верить в тебя, чтобы ты там не помер с голоду. Ладно? Тут... Лера, ты меня захватила покушать? Нету, Балди, нету, ничего. Ну, Пеннивайза спроси. Пеннивайз, эй, слушай, по-дружески, там еда есть? Нет? Еды нету, Балди. Но я тебе обещаю, что после этого я тебе куплю очень много еды. Если ты сам себя вызволишь и пойдешь на свободу. Я не могу себя вызволить, у меня дверь изнутри закрыта, Лера. Блин, Балди.
Ладно, я тебе обещаю, что когда я тебя найду, я тебе куплю много еды. Ага. Хорошо. А деньги есть? Ты купишь? Какие деньги у меня, хитренькая? Ну, у меня нету, я их дома забыла. Лера, ты убегай там! Да я их дома забыла! А почему тут две двери? Почему там две двери? Объясни мне, там реально было... Лера, ты можешь внимательнее убегать от меня? Я пытаюсь, Балди, там было две двери, я не знаю, в какую побежать. Войди в какую-нибудь. А если я приду на свою верную смерть? Вот и проверим. Балди, я тебе не подопытная мышка. Я тут пришла не проверяться на себе, какая дверь работает, какая нет. Может, это вообще никакие из них неправильные двери. Может, вот это правильная дверь? Что-то я чувствую. О, да. Молодец, Лера! Не сбежать из моего особняка. Давай поспорим. Слушай, Лера, а когда сбежим, давай вместе сходим в пиццерию, пиццу покушаем. Я Балди обещала, мальчик. Извиняюсь. Слышишь, мальчик, ты там не пристраивайся. Я с Лерой иду пиццу кушать. Балди, а деньги есть? Нету. Вот я о том же. Знаешь что, мальчик, можем пойти все да, втроем. Надо же мальчика с собой, вдруг у него деньги есть. Вполне себе. Лера, внимательнее прыгай, пожалуйста. Да, я пытаюсь. Я не могу здесь больше сидеть. Мне уже, честно говоря, в туалет хочется. Балди, ходи там. Я хожу, но только не в туалет, а по комнате. Ну, блин, Балди, что? Ходи там, просто ходи там. Что это такое? Вы можете слышать? Он может слышать... Как? Падает дерево? Нет. Он может... Даже вздремнуть мне не даете. Я все равно тебя везде поймаю. Че? Он слышит треск дерева. Да, по полу. То есть что, нам нельзя на пол вставать теперь? Наверное, нет. Девочка, ты встала на пол. Девочка встала на пол и умерла. Ага. Значит, на пол наступать нельзя. Ладно? Тебе нужно прыгать. О, нет, стоп! Он получил тебя. Почему? И меня заодно. Да, Балди, он тебя получил уже 20 лет назад. Поэтому давай. Балди, ты там еще жив чуть-чуть? Я жив. Окей, хорошо. Не переживай, Балди, я тебя найду. У нас все будет чики-пуки и еда. Поэтому верь в меня. Пока я тут пропрыгаю по косточкам. Я же стала на эту, блин, нафиг косточку. А может, на косточке тоже трещат? Балди, задай себе такой вопрос. Косточки – это дерево, да или нет? Стоп, что? Косточки – это косточки. Ты тоже будешь плавать? О, нет, спасибо. Балди, ой, Лера, только... ты что, ко мне идешь? У меня такое на стене написано. Я только что попала в комнату, которая очень похожа на тебя, но я не была с тобой. Что характерно? Это очень странно. Да, поэтому я плавать не хочу. И чтобы мне в спину смотрел какой-то человек с картины, тоже хочу. Какая дверь? Откуда я, блин, знаю? Балди, какая дверь? Лера, должна быть какая-то подсказка. Синяя, зеленая, желтая, синяя или возле... коричневая. А что возле них написано? Возле них черепы. Черепы? Ага. А может быть, ты пойдешь за тем, кто куда-нибудь пойдет? А, да, все, я увидела. Там девочка прошла. А какая из них всех? Она что, вся умирающая? А может быть, у всех разные двери? Ну, пойдем в зеленую. О, не-не-не-не-не-не-не. Я передумала. Балди, я передумала. Мы пошли в зеленый, но я передумала. Балди, как ты мог? Я подумала, и тут тоже, блин, это нафиг Пеннивайз. А можно я выйду? А можно я зайду, и если там будет неправильно, я выйду обратно? Как вам такое? Ладно, все-таки... Если успеешь, но... Все-таки был... тут одна правильная дверь, и это коричневая. Я это знала с самого начала, но решила проверить, если это так. Ладно. А что ты еще хочешь проверить? Унитаз. Там тараканы, Балди, тут тараканы. Там кракен, Балди, тут кракен. О, господи. Не заходи к нему, Лера. Ой, фу. Нет. О, господи. Балди, я не буду прежней. Балди, пожалуйста, спаси меня. Лера, это ты меня должна спасти. Я тебя тут жду, между прочим. Балди, я только что увидела тараканов, которые вылезли из под туалета. И еще я только что увидела кракена в ванной. Думаешь, мне неплохо? Мне очень плохо. Даже не передать словами. Дорогой дневник, сегодня я увидела пару каких-то тараканов, которые сидели под туалетом.
которые все говорят, пугаются меня больше, чем я их. Лера, ты боишься тараканов? Да. А туалетов боишься? Нет, тараканов да. Особенно под туалетом. А кракена в ванной боишься? Ну, неприятно. Еще, дорогой дневник, продолжаем на следующей странице. Пока еще у меня свалилась голова от моего тела, и она едет спокойненько по какой-то речке кислот. Он, смотри, Балди, мы как в аквапарке. Как тебе такое? Давай. Это, Лера, не просто аквапарк. Это канализация ядовитая. Ой, Лера, смотри, мы почти как в аквапарке катаемся. Ну, если на зеленую воду внимания не обращать. Видишь, Пал, ты даже мальчик со мной все красивый. Слушай, ты этого мальчика береги. Он очень позитивный. Пиццу да вообще, блин. А вдруг он тоже хочет с нами пойти, потому что думает, что у нас есть деньги. Шо? Слушай, Лера. Я докатилась до конца горки, но меня убило. Ты начинаешь заново? Да, как вам такое? Вот это да. Вообще. Зато хоть накатаешься. Ай, если бы Балди ты знал... Как я этого не хочу? Лера, ты любишь цирк с клоунами? Цирк, может быть, да, но без таких криповых клоунов, да, спасибо. Там был шарик, Балди, там был шарик. Значит, ты на верном пути. Я тоже его когда-то видел. Да, Балди, значит, я на верном пути в свою смерть. Лера не хотела умирать, поэтому она просто прыг, скок. О, Господи. Так мне не надо было ехать туда вниз, мне надо было просто выйти на этой остановке. Да, все? Прыгнуть? Ага. Как это, как форсажи прыгали с машины, вот это, она едет, открывает дверь и такой выпрыгивает. Смотрел, Балди? Да, я смотрел, мне очень нравится этот фильм. Ага, конечно. Ладно. Почему тут так все темно? Господи, тут так все темно, Балди, я нифига не вижу. Если Лера, ты думаешь, что я плохо прохожу, я тебе сейчас не думаю. Покажу, посмотри, игра, как я на самом деле сейчас играю. Я вам показываю ее более светлой версии, но я просто темнота выколи глаз. Да. Вы думаете, что это как я играю, но нифига. Я играю в полнейшей темноте. Я тебя очень жду, да, игра действительно темная. И у меня в комнате тоже темно. Балди, я к тебе иду и спасу тебя. Только сейчас я выберусь отсюда. Метла, я что, буду ведьму играть? А, мне надо там что-то сделать. А что там такое, Лера? Вентиляция! А где ты? В комнате. Ты какой? Это что за нафиг такое? Ты должна прыгать почему-то. Походу. О, Господи, что с этой комнатой произошло? Там Супермен висит. Да, чуть-чуть. О, Господи. Мне кажется, здесь мертвые люди. Балди, мне такое тоже кажется. А что это такое? А что там было написано? Ладно, пойдем посмотрим. Балди, может, я тебя сейчас скоро найду. Чек. Давай, Лера! Да. Я тебе буду громко кричать! Нет, только не шарики, это шарики, это шарики. Ой, если Балди, ты возле шариков, значит, ты уже близко ко мне. Балди, это красные шарики смерти. Да ладно, серьезно? Ага, Балди. А есть шарики жизни? Зеленый, которого тут не существует. Ага. Короче, ты если до него чуть-чуть докоснешься, то все. Твоя жизнь закончена. Ты попадаешь в ад. Серьезно? Ага. Не, я это сама придумала, ну ладно. Ну, кто-нибудь поверит. Да, ну давай. Где ты сейчас, Лера? Что ты сейчас перед собой видишь? Я сейчас на крыше. На крыше какого-то сарая. Прыгаю по досточкам, которые вот-вот свалят. Лера, ты так странно находишь какие-то криповые места, у тебя прям талант. Я знаю. У меня был раньше талант находить всякую фигню на полу, но теперь я нахожу приключения на свою задницу. Какие фигню на полу? Ничего, тебе не надо знать, что это такое. Беги, 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 куда? Блин, нафиг мне бежать. Беги, 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 куда? Там что-то было на дороге? Нет, мне сказали беги, 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 прямо, в смысле? Лера, аккуратнее, тебе нужно перепрыгнуть. Это он, это он. Ну все, ты меня окончательно разозлила. Ты больше никогда не найдешь ни кота Лайка, ни да Балди. Да я уже, блин, нафиг заходила, не подарил ты мне. Балди, я в такой же комнате, где и ты.